Все. Здравствуйте. Здрасте. Привет. Привет. Мы с моим корешем снимаем видео. Это видео поддержку спорта, чтобы молодежь, ну и взрослые тоже, занимались спортом, курил, не бухал, это 5-10. Надо упасть от жара. Вам просто нужно смотреть, девчонки. И суть видео такая, я попробую тебя удивить прямо здесь. Такой небольшой перформанс для вас исполню специально. Да ладно, ничего страшного не будет. Попробую тебя удивить. Если мне получится, то ты меня поцелуешь. Так не пойдет. Предлагаю. Нет, я отказываюсь. Просто не удивляйся. Точно отказываешься? Нет, а вдруг я удивляюсь? Только поцеловать нужно будет меня. Окей, ладно, давай. Если, конечно, я тебя удивлю. Почти. Почти? Да, почти. Нет, нет. Не совсем. Нет. Давай еще. Еще? Да, потом поцелуй. Такое прям, да, чтобы вообще... Ну окей. Ничего себе. Ты готова? Преграждайно. Да, я готова, но я боюсь, нереально. Да, да, да. Все. Еще. Нет, 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 все. Круто? Да. Все. Слушай, как ты не удивил? Я видел в твоих глазах. Ну, нет, нет, нет. Там, блядь, плохо, да не бойся, ты что? Все, значит, три. Ты меня целуешь. Строится. Щечку, щечку. Ладно. Я попробую вас удивить, а вы меня за это поцелуете. Нет, она поцелует Чалку. А если он нас не удивит? Ой, плохой кадр. Нет, не надо. А, еще раз. Еще раз. Нет, он не снял, он не снял. Конечно. И делайте с двух сторон. О. Все, да? Только что у тебя за помада что, такая? Что, нормально помада? Как мы целоваться-то будем с тобой? Помогите. Привет. Попробую тебя удивить прямо здесь. Если у меня это получится, то ты меня обцелуешь. Окей, ты не представляешь, просто я сейчас думала и понимаю, что ко мне подходят парни знакомиться, никто не может меня удивить. Ты готова? Я тоже. Давай ты меня. Ты меня целуешь. Вас оставить можно? Только разве что если в лобик или в щечку. Пойдет? Давай в лобик, чтобы у нас не было еще лобика. Все? Давай. Ты готова? Готова? Хороший, 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 хоро
понравилось, думаю, да. Клево, это самое клевое. Ты готова? Да. Смотришь? Так ты меня целуешь. Привет. Да, смотри, история такая. То, что мы с моим другом снимаем видео. Давай остановимся, пожалуйста. Я вообще не могу. Ты можешь? Смотри, фишка видео в том, что я спортсмен. Я постараюсь тебя здесь сейчас удивить. Небольшой перформанс специально для тебя. Если у меня это получится, то ты отблагодаришь меня поцелуем. Ну, давай попробуем. Ты готова? Да. Получилось? Нет! Как ты? Нет! Хватит! Подходи, еще раз сделай! Давай! Ну, может, что-нибудь другое. Ладно. Хорошо. Хорошо. Хорошо, да. Нет. Кенни, ты поцелуешь Вику на прощание? Конечно. Thank you.